Блин, а что такой туман? Вообще зацепил. Я починю сейчас. Капец, вроде... а что делать? Заходи. А я зашла, вот я бегаю по дому. Не понимаю, что делать. Сейчас я ее сюда к нам. Появилась. Это еще двор не видел. А нефиг было уходить так долго. О, ничего себе, вау. Маш, пошли с нами. Кинула нас. Это все строит один человек. Офигеть, это что за бор? Охренеть, какая-то... Ничего себе. Пошли с нами. Доставим тебе немножечко удовольствия. Ты хочешь, чтобы у человека был инфаркт? Да. Я старался. Вот сюда вот нажимай, сразу стол провезни. Вот, вот это реакция, не то что вы. Да не, я тут уже нажимаешь. Да. Ты записал чьи-то знания, пошли с нами. Будешь получать новый экспириенс. Таки ночь начинается. О, да. Прыгает первый портал. Если за нами будет... Ну, что-то уже не хочется. А... Прыгни, прыгни, прыгни чуть-чуть. Он второй? Он нет, немножко первый. Выше. А. Нет, он меня не хочет пускать. Почему? Так, это... С этим предметом? С каким? А, окей, у тебя слиток какой-нибудь или руда в кармане? Да, может быть. Кстати, мы же древнего не убивали? Нет, мы Машу ждали. Мы все ждали. И жили. И Дима. И, кстати, кто, помимо меня, кто-нибудь еще додосил Диму? Дима заходит. Смотрите, заходит. А я его потому что додосил. Я ему спамил. Правильно. И чё? В стиме, чтобы вот нервировать. Эх, мой сочный хруст не слышен. Маня! О, боже. Давай, сделай что-нибудь, чтобы это... Идем следующие были... Эола с Дэхи. Дим, это не от меня зависит. Значит, смотри, нет, это от тебя зависит. Нет. Ничего не знаю. Дэхи 3-5? Запрыгивай на корабль. Вы сейчас будете ржаться? Да, спасибо. Запрыгивай. А вот Эола когда... Ну, давай, что, чтобы в следующий раз Эола сдыхать. Ну вот, просто подходи и на Ешечку нажимай на лестницу. Эола вот хуй знает когда, должна хватайся была за быть сейчас. Или садись с Кирюхой рядышком, как хочешь. Ой, я даже не знаю. Вон там, вон спереди. Так странно, почему? Ладно, окей. Поэтому я всегда сижу, не хочу, чтобы во мне был кто-то. Ну тогда можешь сесть с Кирюхой рядышком. Если что, я не против, все равно. Да, я тоже против. Отлично. Вот и раскрыли все тайны. Так, ёпта. Короче, нам... Так, зачем я с вами плыву? Не знаю, поздняк метаться. А есть еда? Дима опоздал, да? Дима, между прочим, мы идем портал ставить на мать. Я слышал. Слышал? Надо было мне тогда дрова взять. Но тебе я постоянно буду подкидывать это. Камни. Есть мясо. Мясо есть. Окей, не порт. Машулькин. Меня? Машулькин. Да. Там другая Маша просит мясо. Да. Есть немного мяса. А, то есть мы отсюда еще нихуя не забрались. Здесь. Так, ладно. А что там? Там мясо. Там полный... Полный. Подождите. Отпустите хранилище. Ну, подержите все, но отпустите хранилище, я сейчас туда положу мясо. Маш, потом домой придешь? Когда? Перетрогай все, что у нас есть в доме. А я вчера подержал деготь. Где ты его взял? Мне его на Жене... Женя на голову скинула. А, то есть она в твоем мире на Ита дала подержать деготь? Нет. Она позвала меня посмотреть, что у нее с крыши. Я пришел посмотреть. Она начала ломать крышу, мне на голову упал деготь. А, все, читер. Угу. Жене не будет минут 20 еще. Угу. Справа змея, если что. Это справа змея? А, ну, вижу. Мы ее бьем, нет? Где нет. Справа? Далеко справа. Да нет, мы на нее проплыли. Бля.
что, не будем бить? Ладно. Луки. Луки на изготовку. Уже. Не, я просто к чему спрашиваю, кому пояс нужен? Мне. Мне. Так у тебя есть? У меня есть. Ну и все. Ну мало ли, может, у меня его хочешь отнять, а я не отдам. Мне нужен, Дим. Но нужен уничтожитель еще. Какой еще уничтожитель? Зачем тебе уничтожитель? Нет, это сейчас. Целимся. Чтобы ломать старые шмотки. Целимся. Их проще сложить в сундук и забить. Почему? Потому что проще. Дешевле. А сколько уничтожитель стоит? Маша еще не обкакалась? Странно. Что? Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Не важно. Я просто еду умереть. Не-не-не, все же хорошо. У кого-нибудь когда-нибудь нужно? Давайте по кораблю не стреляйте. Блин, уберите парус. Парус говно. Какое красивое небо. Да. Маш, молодец, она левитирует, видишь, уже заранее готовится в Вальгалу. Все. Не все, он еще жив. Выноса нет. Есть. А вот теперь все. Кто поплывет? Сейчас. Сейчас я отрегенюсь. Я развернусь правильным бортом. Ну я могу, у меня еще килограмм 80 влезет. Больше. Ну плыви. Правильный борт выставлен. Машулькин слева. Да, да, я вижу. Все отлично. Дима опять вейдерит. Чё? Опять запишу в микрофон. А, ну я забываю иногда отключить. На что? Где? А, понятно, камушек, как обычно. Вот это было страшно. Страшнее, чем змея? Да. Так, вторую змею мы не переживем. Почему? Ну, потому что это корабль донный. Как и пилот. Да, слышь. Кирю, можешь организовать верстачок? У тебя же есть дерево? Да. Починишь? Уже. Поехали. С нами выехали. Нас кидают какашками. К тебе попали какашкой. О, отлично. Мы еще и не ночью пойдем между плохим, это плохого территории. Покинуть корабль? О, господи! Ну, все, сейчас тут этот. Кирюха? Это прыжки. Мне нужен верстачок. Так, фу, брось какой. Оставь кабанчика в покое. Верстачок, понимаешь ли, тут нужен. Поставил? Не поставил. Поставил. Блин, я ищу тебя, а это Наэль. Это я, да. Он к тебе, он же там, там все сделал. Малинка, малинка. Разровнял. Ну тут, наверное, надо микродомик потом будет. Потому что мы тут... Говно вопрос. Ну, не обязательно сейчас. Сейчас давайте, наверное, на древо. По-моему, он называл ее Милфа. Или... Да, я помню. Я предварительно посмотрел. Только я не помню, с большой буквы. С большой, да. Я знаю, как он называет, поэтому я уже все сделал. Так, если что, путь домой есть. Дожди, да, теперь можно... Дайте микродомик дострою уже. Сносим дом, теперь все. А Илюхе все равно обратно на корабле-то ехать. Да, я его здесь кину временно. Все равно отсюда плыть ближе на болото. Я чуть не ёбнула портал. Да, я видел.
Кирюх, видел? Да. Давай вот это дерево срубим. Сейчас оно как раз таки на дом упадет. Да. Прекрасно. Мне нравится шпла. Ну? Кирюх, я 37 только что скинул. В кого всосалась? Меня. Но я уже отдала. Медрин? Я умер. Как ты умер? Бревном по лицу пущу. Это классика. Тут самое страшное — это рубка деревьев. Потому что... Самое страшное — враг — это дерево. Опасное занятие, да. Машинкин, я попытался убежать от него, а оно взяло и упало в ту сторону, куда я бежал. Так бывает, да. Ну что, благо порт есть, ждем. Да я сейчас прям минуту. Дерево, куда-то падает дерево. А ленинку чуть не прибило. Но чуть-чуть же. Ой, смотри, у нас тут чувак бревно тащит, он такой домовитый. Вот этот вот, смотри, он катает бревно. Молодец какой. Почему у Барбары две кровати? Все нормально? Нет. Все, теперь 6 кроватей. У Барбары теперь 6 кровати? Барбара в крайне захерела. Я свою наверху занял. Это древний? А, блин, Женьки нет. Да пока мы сейчас подготовимся. Напишите пока ей. Сейчас я ей напишу. Пока Маша тут проходит, посмотрит, полюбуется всем. Сделаю себе лук. Ой. Сделает ей лук. Угу. Так, как она у меня подписана? Железный. Ты пишешь в телегу, я в контакт, Илюха звонит. А чё Илюха-то звонит? Чё Илюха опять звонит? А что ты всегда звонишь? Ладно, давай так, звонишь. Отвратительно. Окей, сейчас позвонишь. Вот. Видишь, звонить не хочет, а вот звонить. Не, у меня есть, конечно, предложение. Интересно, а чё будет, если под ним сломать бревно? Там пол. А, ну он встанет, я думаю. Другой вопрос, что если сломать бревно, сломать пол, выкопать норку. И его там похоронить. А его потом закопать? Мысль хорошая, но он уже здесь, потому что, видишь, он лицом вводит. Иногда. Блин, мне так и чешется нажать этого ЛКМ. Ну, можешь нажать, но я быстро ремонтирую. Так, отставить. Жми. И не ломать. Ну, ничего. Террористы так, сразу. Кирюх, я понял. Плохой вариант. Ты понимаешь? Да нет, прикольно. Зая, поставь, пожалуйста, бревно на место. Я не на ту кнопку нажала. Сорян, не на ту. Самый главный разрушитель. Да кто бы говорил. Кирюх. Ты понимаешь, я от такого даже опешил. Я не думал, что настолько будет всего написано. Я очень хорошо прокачал дубинку. Я только ей и бегаю, и здесь просто по КД всех выношу. Вот. Причем я специально хожу и ищу Прыжу всех, это. Чтобы убивать. Во! Да, Маша же еще не видела мой этот ролеплей Ита. Пойдем на улицу покажу.
А то в доме опасно, как выяснилось. Не, давай еще раз в доме. О, боже мой! Помнишь, как он в заставке своей делает, в ожидании, стучит, и вокруг это геореакция идет. Стой, стой, дай я посмотрю, подожди. О-хо-хо, ну, это вот реально геоурон, практически, потому что идет по области дамаг. И вот когда от меня убегают, я тоже так это бью, и они это... Блин, вау. Ты в доме все перетрогала? А есть еще ящики где-нибудь? Что только вот здесь. Вот здесь, с левой стороны здесь. Угу. Вот тут вот два. И все. Ну, в твоей комнатке. Можешь эту комнату скоро как-то расширить? Я горю! Ты в костер залезла. Интересно, как? Она в костер залезла. В какой? Он за стеной же. Ну вот она через в него и залезла. Ну ладно. Я вот труси, ничего. Мне кажется, как-то надо хатку расширить. А как там огороды? Там огороды. Может тогда отдельно построить? Главное, чтобы вынос не кончился. И серебро можно искать, и душку не нужна. Но это дольше намного, генерал. Ну и понятно, что это ты бегаешь, просто рандомно стучишь. И при том она точно так же реагирует на камни некоторые. Это да. Тихо, блин, не та кнопка. Так, Зая, вот здесь, пожалуйста, кусты не руби, потому что... А, не рубить, я понял. Потому что я только что сажала саженцы березы. Я побежал. Боёбище. Беги! Дай жми, он говорит, кусты не руби, я в этот момент уходил. Я, кстати, хотел в зиму пойти домик построить. Подожди рано. Ну, я просто так. Типа уют, зима, Новый год. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ты еще сама меня спрашивала. А ты уже про Юль говоришь. Ну, давайте через костры прыгать. Яшки пили. Это другой праздник. Это да. Илюха. Ой, с вашим сатанизмом. Ты подойдешь или нет? Я тебя не вижу. Че надо? А я могу поджечь? Нет. Если... Не жопу? Нет, в ПВП, я думаю, да. Нет, просто так нет, не может. Ты горишь. Я знаю. Она хочет сгореть, умереть. А, она хочет Диму поджечь. Да не подожжет она Диму. Смотри, как надо поджигать. Не, он сопротивляется. Ну, как раз уже утро. Вы Диму в костер затолкали? Пытались. И как? Но он сопротивляется. Он пытается от нас спрятаться. И как? Он залез в угол и вот сидит теперь там. А потому что в другой игре сидит. Так, ну я готова к движению. Куда, зачем? Да ты побежал вокруг, и Маша за тобой также побежал вокруг. Я... А вы взяли? Это... Я взяла. Господи, это вышло случайно. Я это до кондиции Жени иду.
Так, ну-ка, хватит. В смысле, тебе можно, а мне нет? Ты чё, офигенно? Тебе хватит. Кирюх. Она еще это, вообще, того самого. Самое главное, сбегала за добавкой, и ничего тебе хватит. Ну я же не пила, когда бегала. А где, кстати, портал? Сходите за Женей. У меня 0-0 на одного. У меня литр на одного, и чё? Дима вообще молодец. Так, Малфа. Не Малфа. Так. Древний. Не, пусть она к Милфе сходит. Она прочитала как Малфа. Малфа. Кто прочитал Малфа? Женя? На кофе. Блин, не испорченный человек, похоже. На кофе. Скажите, где все? Все? Я тут? Тут это где? Тут. Да. Рано бафнули. Кто бафнул? Нормально. То есть вот тут всем баф дать не нужно. Что за человек? Почему всем? Нет, у меня нету. У меня тоже. Давайте я дам, идите ко мне. Беги! Господи, кому надо? Кошмар. А инструктаж будет или все будет это? Все будет это. Капец. Где прятаться? Блять, он во мне появился. Опять, да что за хуйня? Короче. Я у него на голове. Его. Жесть. Стреляйте лучше из лука, не подходите, он будет пулять такими фигнями, вот так вот. От этого надо убегать. Эй! Убегать. Это больно. Да. Это очень больно. От и есть, вот, да, такие вот растения, которые будут... От тентаклей убежать. О-о-о. От тентаклей надо убегать и прятаться я за столбами, умерла. За каменными. Все просто. 1% жизни. Очень удобно стоять за колоннами. И бегать от тентаклей. Колонны насквозь проходят. Если он повернулся в твою сторону и видишь, что что-то кастует, отбегай. Вот как сейчас. Вау, как красиво. Ой, а ты-то откуда взялся, чувачок? Дима взял на меня сагрил моба. А если ему в сердце попасть, еще больше дамага будет. О, блядь. Кстати, Кирюх, у нас идет хуже, чем в прошлый раз. Ладно. Да вы почти добили его. Вспомни, как мы его убили первый раз. Вообще первый всех раз... первых РБ мы убили. А, да, особенно массу костей. Угу. Надо меня не забудется никогда. Будем... Так, будем надеяться, что каждому все. Подбегаем все. Ключ. Подбегаем ближе. Трогаем его за 700. Так, я все в Наэль ушло, да? Кто всосал? Наэль. Однозвездочный у меня. Спасибо большое. Значит, выдаю. В очередь становимся. Значит, Маша первая. Давай, Машенька. Первый ключ. Вау. Подбираем, отходим. Следующий. Дима. Ключ. Забрал, отошел. Барбара. Ключ. Ита. Даже мне? Ключ. Привет. А где Женя? Вот Женя. Я тусуюсь. А Диме? Диме я дала. Он второй был. Так. А голову и... дайте подержать. Женин ключ. Голову сейчас всем дам по очереди. Очередь. Так. В очередь, суки, найдете. Голова. Поехали. Подбираем, передаем друг другу. Не забудьте повесить ее. Слышь, гони голову. А, мне? Я думал, она тебе упала. Блин. Может, хватит друг другу перекидывать? Стой, Маш. Да стой. Потом Женя. Шопа горит. А, не, не горит. Передавай Жене и по часам. Дальше начинается хардкор в болотах. Первые два РБ очень легкие. Мы все к Милфе. Но она как-то мало горит. Все подержали голову. Да. Да? А, сначала вешать.
машину. Ешь-то кто будет, ёпта, походу я, понятно. Зачем к Милфе? Может, портал навешать поставим? Да, пора бы. Давайте как... домой и сделаем порт в эту. На бафы. Просто болото, не этот, не масса. Угу. Массовое болото. Так, на одно время отключусь. Опять? Да, да. Но я тут. На-на, сейчас это нальет, не палит на. Прибухнет? Чуток. Чуток? Мне вот не мешает при этом играть. Кстати, мне тоже. Вот совершенно не мешает. Вот как бы да. Сильно коцанная. О, щит. У нас щитовик появился. Когда кто? У нас теперь есть танк. Она такая сразу раз и сняла щит. Так и давно уж. Я просто в этой катке прям конкретно изменяю себе. Понял. Машулькин. Бегу. А вы Диму, Димина тело на он в кармане. Ой, в кармане. На корме. Да. Он в кармане. О, у лодки такой крутой обвес. Машулькин, тебе придется в Машу зайти. Илюха, ты очень тихий стал. Мне не привыкать. Тебе так лучше? Говори громче. Говорю. Да фу, перестаньте. Ваши ауф, знаете ли. Я шепчу тебе на ушко. Аннигиляторная пушка. Я тут, попробуй. Плохо то, что Женя дома одна. Это да. Если будет нападение. Если будет нападение, дома жопа. Это будет хана. Ладно, Женя, её не жалко, а вот дом жалко. И это не сарказм. Mm. А Машулькин, ты на какие болота идут? На вот эти? Да. Понял. Шулькин, твое любимое время. Я поняла уже. Отвратительно. Кто-то хочет утонуть. Какоми, возьмись за мачту. Да. Я умею бегать по воде. Не в этой игре. Когда у нас будет большая лодка? Когда будет железо? Это будет Дима, железо. Когда еще не накопил, не набрал. Там надо, смотри, 5 слитков, это будет 100 гвоздей. Это раз дракон. Я тебя слышу, моя детка. Я вижу ее. Давай, бортуй влево, право, какую-нибудь речь. Бах, да, если у тебя есть? Эх. Спасибо большое. А то мой ушел на древнее. Дима, как всегда, вовремя уходит. Курит? У нас проблема. Я? Что случилось? У нас не проблема, это у тебя проблема. Ты пилот. Вы меня попросили отступить от штурвала, и теперь у нас проблема. У меня кончился вынос. Простите, немножко придется помочь с парусом. Да добейте вы ее уже. Но у нее еще много. Мне кажется, или они то ли змеи апнули, то ли у нас луки говно. У нас луки говно, и у нас корабль говно. Ну, у меня олень Т4. У меня тоже Т4. У меня тоже, не знаю. Да. Кто стрельнул опять? Мне кажется, это волк. Что корму подкидывает постоянно. Да. Я откуда знаю, сейчас она мне пролетит в эту тетиву или нет? Блять! Я еще стою? Да. А? Заяц, один шот. Один. Два. Только не по кораблю. Она съедет. Она уходит. Я разворачиваюсь. Все, я умерла. Или Кирюха, не знаю. У нас проблема.
Я поняла. Ну, швартуйся сейчас, починимся. Только отплыли, да? Так, убираем парус к чертовой матери. Наэлька, прыгай сразу и это. И обратно. Ой. Я пробел, ничего не нажал. Сзади. Торможу. Есть. Нормально, нормально. Все. Идем минимально. Кирюх, надо будет быстренько организовать все. Да говно вопрос. На черепахе нельзя построить, да? Потому что у нас один удар. Я только что видел черепаху. А, ближе подойдем, мы ее увидим. Вот просто вот только что, вот, секунду назад. Ну, кстати, болото есть и тут. Они потому говно, и... потому что они граничат с равнинами. С равнинами, да, то, что туда лучше идти. Ну, камень, блядь. Маленький камень. Плывем. А кто решил? Какоми, вернись тобой. Вернись. Это манипуляции делают для того, чтобы починить. Просто остановись. Вот лестница, да. На лестницу ешечку, нажми. Ешечку. Я пытаюсь. Ешечку. На... Во, все, молодец. Я думал, мы ее здесь и оставим. Все, да тут близко, на самом деле. Ну да, ты пошли. Теперь уходим нахер отсюда.